И как раз сегодня в поселке Чукурда Алайховского района торжественно вручили ключи жильцам нового четырехквартирного дома. Подробности у наших корреспондентов. Ровно год назад в поселке Чукурда Алайховского Луза был введен 38-квартирный каменный жилой дом. А сегодня в Лузской администрации состоялось торжественное вручение ключей от нового четырехквартирного жилого дома поселка Чукурдах. Ключи от нового дома получили молодые специалисты, выпускники Чукурдахской средней школы, ныне работники Алайховской Лузной больницы, числе новоселов, медсестры больницы и врач-гинеколог. Настроение отличное. Очень рада, что получили новую квартиру в новом доме. Очень рада. Алдамский медицинский колледж заканчивали в 2012 году. И работаем в поликлинике на стационаре. При поддержке республиканской программы Департамента добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке завершено строительство социального жилья. Строительство нового дома велось в течение года, и сегодня объект сдан под ключ. Застройщиком является подрядная организация ООО «Дизайн-строй», руководитель Нечапорук Юрий Васильевич. Общая площадь жилого помещения составляет 160 квадратных метров. В 2016 году у нас должно было сдаться два таких дома четырехквартирных по 160 квадратных метров общая площадь жилая. В этом году построен пока один дом. И по транспортной схеме сложности мы перенесли в этом году совместно с Министерством архитектуры и строительства ввод второго здания жилого дома четырехквартирного села Нечалах состоится в декабре 2017 года, ровно через год. Светлые просторные квартиры в новом доме позволят решить ряд социальных проблем в поселке, в том числе привлечь молодых работников здравоохранения для работы в Алайховской улусной больнице. Анна Слепцова, НВК Саха, Алайховский Луз.